23 января Государственная инспекция труда совместно с территориальным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан проведет прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы работникам различных организаций. Прием состоится по адресу улица 7 ноября, 100, с 10:30 до 13 часов. Предварительная запись не требуется. Заявителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.